Без пистолета не стоит тягаться с парнями Франки. Придется играть в прятки. Это дело Фрэнки, он все сделает. Да я знаю, но я буду проще сходить сам. Это дело Фрэнки, да я знаю, знаю. Эй! Черт, ты че там? Эй, там где?
жене быстро ухудшалось. Люди в синем приходили и выходили. Они все отметили мелом и огородили желтой лентой. Легавые, что стояли позади, были мертвы. Фрэнк и его парни и я заняли свои места. Да забудь об этом! Забудь об этом! Сумасшедшая ведьма, ты бы слышал, как она вопила, когда парни не дали ей убить Дона. Надо было пристрелить. Хреново трио? Это даже хуже, чем то, что делает Фрэнки с тем дерьмом внизу. Она будет умирать очень долго. Бандит-охранник говорил по телефону о Моне. Трио Панчинелло не могло означать ничего хорошего. Доказательство, что Панчинелло меня не очень любил. Остается факт, что все жертвы перестрелки в Рагнарок были опознаны. Все они известные преступники, у многих в крови обнаружен Ви. Надежные источники сообщают, что среди убитых был и Макс Пейн, но его тело пока еще не обнаружено. Надежные источники. Значит, кто-то подумал, что я в руках мафии, чтобы полиция больше не вынюхивала. Им доставляют тело неопознаваемое. Дело закрыто. У Дона Панчинелло была власть, чтобы стать этим надежным источником. Это и так ясно. Но ясность была туманная. Подставив меня, они не успокоятся. Дон Панчинелло нанес мне удар. Он хотел, чтобы я умер. Это было так важно для него, что он даже дал Франки письменные инструкции. Макс Пейн должен умереть как собака за все, что он навлек на нас. Фрэнки, я знаю, что могу доверять тебе, чтобы сделал это так, как следует. Эй, ты! Бартелли быстро наживал себе репутацию. Фрэнки сдержал слово и пил пиво. О боже, как тебя сюда занесло? Устал ждать. Да чего там, мы и здесь можем неплохо пообщаться. Меня устраивает, все будет чики. Thank you.
Спасибо, спасибо. Ты хороший зритель. Может, хватит? Вообще-то я не играю с девчонками. Так нечестно. Только я вышел из отеля, сразу заметил хвост. Большой черный Мерседес. Я видел эту машину раньше. В тот раз она была предвестником большого взрыва. Владимир вернулся. Бах, ты мертвый, Макс Пейн. Мне следовало смеяться, если бы я помнил как. Как это понимать, сыщики-разбойники? Слушай, если ты... У меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Как я мечтал сказать это? Уф-та, меня подставили. Это спорный вопрос. Все, что ты сделал или не сделал, я уверен, что для этого были веские причины. Будешь меня слушать? Я весь внимание. Чинелло после того, как он связался с Ви, больше не может нормально вести дела. Но это еще не все. Этот парень Борис Дим, который подмутил несколько дел. Он капитан грузового корабля «Широн». Теперь эта сволочь перешла на сторону врага, на сторону Панчинелло. Весь трюм корабля завален первоклассным оружием, а это уже мое дело. Если товар попадет в руки Панчинелло, он станет победителем, а я проигравшим. А ты лишишься своей работы. Если ты хочешь добраться до Панчинелло, тебе будут нужны очень высокие средства убеждения, а я тот, кто сможет добыть их для тебя. Верни корабль под мой флаг, ты можешь даже вогнать несколько пуль в тупую башку этого козла, раз ты уж там будешь. У тебя хватит оружия, чтобы начать апокалипсис. Так ты играешь? Наш зритель ждет нас. Владимир был одним из тех старых бандитов, у которых была принципы и совесть. Это делало ему честь, все же святых среди нас нет. Речной порт Бруклина стал собой лабиринт ржавых контейнеров, скинеров, скелетов, клетов, кранов, силуэты которых едва угадывались за стеной снега. В такую ночь просто не... Натавра не было, но он был где-то там, на глубокой палубе его баржи. Шкипер ждал.